Здравствуйте вам! Продолжает свое победоносное шествие по городам и весям нашей необъятной родины лучшая лига мира. Волга на последней 18-й строчке. Стартовый свисток главного арбитра сегодняшнего матча Сергея Куликова. И поехали! Узнали сегодня все своих соперников. Ульяновская Волга. Вот здесь вот Эльдар Низамудинов мяч подхватывает, бьет и гол! Ничего не смогли сделать с Эльдаром Низамудиновым. Выцарапывает мяч и оставляет позади себя. Чингиза Магомадова бьет. Климович. Хорошо, ну ровно в него летел мяч. Быстро Волга разыгрывает мяч. На Даниила Арсентьева заброс тот. Но это нарушение явно на желтую. Говорил я о том, что желтых пока нет. А может быть и не на желтую. На Чингиз. Но дальше этого дела, в общем-то, не доходит. А вот здесь передача. Цыганцов и гол! Нет, прошу прощения, Азнаур Гирюгов. В плотных редутах Шинник, удар по воротам. Денис Рахмонов и... Чуть больше 15 минут остается. А вот здесь опасный удар. И это Вячеслав Зинков. Вабазова тот получает... Чингиз Магомадов против Михаила Филиппова. Разбег 95-го номера Волги. Удар и бьет. Берет пенальти вратарь. И повторный удар Чингиза Магомадова уже через себя. Но мимо ворот он проходит. Денис Рахманов сам идет, идет, идет. Белов бьет по воротам. И Михаил Филиппов тащит мяч. Чингиз Магомадов, который я на всякий случай, напоминаю, не реализовал. Сегодня пенальти и финальный свисток. Сергея Куликова мы слышим, ничья 1-1.